Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека», вопрос 224. Как человеку, уверовавшему во Христа, узнать свое призвание? На что призвал его Господь? Проповедовать ли, принять ли сан, уйти в монашество, жить в миру? По каким признакам это определяется? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос задавали апостолу Павлу, 1 Коринфянам 7:7. Цитата. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». 1 Коринфянам 12-14 главы дают расклад основных даров, талантов церкви. Как и при выборе специальности, нужно учитывать наклонность ребенка, тягу к какому-то делу, так и в духовном плане. Свидетельство о Христе не есть особый дар, но всеобщий, как дыхание и еда. Есть на территории России ныне еврейская организация «Эвен Эзер» под руководством организации «Сохнут» и израильского кнесета. Они набирают на территории России людей, которые помогали бы евреям выезжать на их историческую родину. Эти волонтеры дают обещание в письменном виде не свидетельствовать репатриантам о Христе, а цитировать только Тору. Вот как это выглядит на их сайте в интернете. Кавычки открыты. Кор. Насколько мне известно, организация не может заниматься миссионерской деятельностью. Вы говорите Слово Божье, цитируя Тору, Ветхий Завет. Д. У нас есть ограничения, которые связаны с обещанием кнесету Израиля. С лидера фонда Густава Шеллера во время его выступления в парламенте было взято обещание, что представители Эвен Эзер не будут обращать евреев в христианство. Мы исполняем это обещание непосредственно миссионерской деятельностью, не занимаемся. И, конечно, цитируем из Торы. А я, в скобках, обращаясь к Дмитрию Дружинину, помнишь, кто-то сказал, что мы проповедуем больше делами? Кавычки закрыты. Эти люди, называющие себя христианами, уже при мирной жизни, без гонений, отреклись от свидетельства о Христе. За чечевичную похлебку продали свое первородство. «Жидовские шестерки» в кавычках, это христопродавство, завелось на русской земле. Они набирают пушечное мясо в кавычках, «Я воцарение Антихриста». Там нужно глушить арабов, там нужно подготавливать приход сатаны в образе человека. И они помогают, за огромные деньги вывозят этот товар в кавычках в Израиль. Матфея 24:14, цитата. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Лука 9.5, цитата. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Иоанна 15.27, цитата. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Деяние 4.33, цитата. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. 2 Тимофеям 1:8, цитата. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Откровение 12:17, цитата. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семьи ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Проповедь о Христе, свидетельство о нем – это не просто дар, а первейший признак жизни, благодарности Богу, забота о своей вечности. Марка 13:9, цитата. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище, и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставить вас за меня для свидетельства перед ними». Деяние 10.42, цитата. «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых». Деяние 26.22, цитата. «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и мессии говорили, что это будет». 1 Иоанна 4:14, цитата. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру».
Матфея 10:33. Цитата. «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим небесным». Филиппийцам 2:11. Цитата. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца». Евреям 10:23. Цитата. «Будем держаться исповедания, упование неуклонно, ибо верен обещавший». И особенно нужно свидетельствовать евреям, а не прятаться за добрые дела, ибо вера от слышания. Римлянам 9, с 1 по 5 стихи. Цитата. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий нас всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Мы должны быть все благодарны евреям за Слово Божие и обязательно свидетельствовать им о Христе. Дать им Евангелие благодати, а не отрекаться от свидетельства им о великом даре. Евреям 12:16, цитата. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снить отказался от своего первородства». Что касается таланта монашества, то об этом нет ни слова ни в Новом, ни в Ветхом Завете. Говорится лишь только о том, что неженатому легче спастись и посвятить себя целиком на служение Христу. В этом вопросе так далеко ушли в обратном направлении от заповеди Христа, кавычки открыты, «идти в мир и проповедовать», кавычки закрыты, что для православных кажется странным и неприемлемым даже в мысли о расстаться с монастырями. Христос оставил вместо себя другого утешителя, Духа Святаго, и Дух Святой двигал святыми мужами и изрек волю Божию для людей. 2 Петра 1:21. Цитата. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Смысл монастырей не только не евангельский, а прямо антиевангельский. За одни эти слова сказавшего это подвергнут обструкции и обклеят ярлыками и прозвищами, как чемодан из заграничной командировки. Но досточтимые Пресвященные, преподобные, покажите хотя бы одну строчку, подтверждающую необходимость строительства 1275 монастырей в России перед революцией, просидели за высокими монастырскими стенами, проспали революцию, к народу пошли копеечные листовки и речи народа вольцев. Проанализируйте причину катастрофы русской церкви, монархии, или все виноваты только жиды и масоны, а мы тут ни при чем.